إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي. Сегодняшний хадис передает имя Абу Хурайра, радиаллаху та'аля анху, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Алиману бидон васабона шуабата». Иман – это 70 с чем-то дали. И самое первое из них – это свидетельство. То есть, когда мы говорим «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расул». А самое последнее из этих 70 с чем-то – это убирание препятствий, которые лежат на дороге. А что значит убрать препятствия? Это значит, если какой-то камень лежит, и вы думаете, что дети здесь могут споткнуться, или лежит какая-то колечко, или какой-нибудь гвоздь, которым кто-то может себе продрявить либо обувь, либо шины, да, от машины, колес, и вы остановитесь, не поленитесь и не посчитаете для себя это унизительным и поднимете этого, это показатель вашего имана. Этот хадис, как и все остальные хадисы нашего благословенного пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он является очень показательным, потому что даже такая мелочь, как бы, она является частью нашего имана. А если у нас на это, как говорится, ну, смелости в кавычках не хватило, то значит наш иман именно настолько он слабее, чем у всех остальных. Было время, когда у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сахабов упрекали за то, что говорили: вот ваш пророк, он даже вас учит, как говорится, как ходить в туалет. Они сказали: да, и мы это для себя зазорными считаем. Как правильно дарит брать, с какой ноги заходить, какой дуга делать при этом. И поэтому мы сегодня, мусульмане, должны не стесняться этого, а должны быть, наоборот, показателем. В прошлом году у нас инициатива была, но так и до конца она не дошла. Я предложил джамаату, который здесь, вот эти большие дыры, которые в наших дорогах образуются, после окончания зимы особенно, хотя бы их на время, да, до лета, пока их сами власти города не начнут делать, чем-то засыпать. Потому что, наверное, многие из нас водители, и мы знаем, что такое большая пробоина на дороге. Это очень большие проблемы для нас в психологическом плане, потому что требует от нас усилия, чтобы это объехать. Если мы кого-то подрежем, мы еще, как говорится, все его благие слова высказываем, выслушиваем, и это опасность для нашего имущества тоже. То есть три одновременно опасности. Если мы убережем других людей от этих трех опасностей, то мы столько салава получим в ахрете. И поэтому, иншаллах, может, в прошлом году не получилось, но на этом, наверное, в этом году постараемся. Но даже почему дорога? Потому что по дороге ходят многие люди. И поэтому, если у вас дома там бардак и столько колючек валяется, то, в принципе, претензий к вам никаких нет. Вы знаете, что где лежит. Но водители или дети, которые гуляют на улице, маленькие чьи-то, они могут поскользнуться, удариться и получить большие травмы. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он вот эту категорию отнес к иману. В этом хадисе, с точки зрения нашего вероубеждения, заключается очень большая, скажем, очень большой момент, на который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратил наше внимание, что простые вещи, они тоже могут быть частью имана. Хотя все ученые Ахли Сунны валь Джамаата, они сошлись в едином мнении, что иман – это только вера Всевышнего Аллаха, его ангелов, да, посланников, Писания, Судный день, в предопределение, воскрешение после смерти и так далее. Но то, что простые деяния, они пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отнес их к иману. И поэтому они сказали: это не сам иман,
то есть его основа. А это его окружающие, скажем так, нур, или показатели этого имана, или выражение этого имана. И поэтому наши деяния, они являются выражением нашего имана, и те, у кого с иманом все в порядке, у них как бы и с деяниями все в порядке. А у кого с деяниями, с амалами проблемы, у того, значит, и проблемы с полнотой имана. Именно основываясь на таких хадисах, наш имам Абу Ханифа, рахматуллах алейх, он сказал, что иман, то есть его стержень, это вера в Аллаха, в его посланников, в его ангелов, в Писание. И этот стержень, он не может уменьшиться или увеличиться. Потому что мы же не можем сказать, я верю там, на одного ангела больше, на одного ангела меньше. Сколько пророк сказал сам с ангелов, мы столько и верим. Сколько посланников, в них верим, и в Писание то же самое. А все остальное, это то, что окружает наш иман, его выражение, его нур, он может и увеличиваться, и уменьшаться. И поэтому хадисы, которые, в которых было сказано, что иман увеличивается или уменьшается, наши ученые ханафитского масхаба, в том числе имам Матруди, рахматуллах алейх, они отнесли к переносному смыслу этого слова.